Вперед, марш! Вита, куда вы? Здравствуйте. Я к врачу. Врача еще нету, представляйтесь, пожалуйста, я первая. Я первая, представляйтесь. Вообще-то я очень сильно болен. У меня тоже сердце сейчас остановится, выпрямит из груди. Давайте, присаживайтесь, молодой человек. А у меня туберкулез практически в последней стадии. Да ты что? А подгузники не применять? Женщина, вы как разговариваете? Девушка, куда вы торопитесь? Подождите. Я так плохо себя чувствую. Присаживайтесь, да, вам головой стоять нельзя. Присаживайтесь. Врача все равно нет, и я первый. Нет, первый и я, мужчина. Мы с вами туберкулезом еще лет 100 проживете. Может быть, вам сигарет подать? У меня... Девочка, молодежь, ой, молодежь пошла. Так куда же вы бретесь-то? Куда же вы бретесь-то? Что она говорит? Дамочка, подойдите, женщина, я по личному делу. По какому это срочному делу? По дому. Это что же к врачу по личному делу доходит? По личному доходит? Делу потом, после работы. Каждый первый ходит. Он не ночевал дома уже 5 дней! Ты смотри, а? Мой муж, он ушел, у нас трое детей, он не носит зарплату, подожди меня понять. Давайте ее пропустим. Подождите, врача зовут Абакимова Людмила Ивановна. Ты смотри, а? Да не изменки! Ну-ка отсюда! Точно, лесбиянки! Смотри, молодежь! Да, да! И не стесняется! О, куда катится мир! Да! Все!